«Чистый берег» – ежегодную акцию организовал городской совет старшеклассников совместно с молодежным парламентом в преддверии Дня города. Активисты убрали речной берег на протяжении всей городской набережной – от ее начала и до тропы здоровья. Такие экологические субботники проводят на протяжении уже 5 лет. В этом году еще один повод – хочется убрать накануне городской регаты. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. И сегодня мы хотим показать своим примером, что нужно любить и уважать то место, где вы проводите досуг. С каждым годом все равно остается мусор, который стоит убирать. Если это не сделаем мы, то вряд ли это кто-то придет сам добровольно, захочет прямо убраться. Каждый год мы стараемся привлечь как можно больше людей и тем самым убрать как можно больше территорий. То есть очистить прям на максимум. В акции приняли участие около 20 самых активных старшеклассников из 15-й и 11-й школ, 3-й и 2-й гимназии, а также из теоретического лицея. Для этих ребят добрые дела – это норма жизни. Постоянно участвуют в различных городских акциях. Вот только начали, собрали он мешок целый, ну чуть больше половины, наверное, уже процентов 60. Вот, там всякого разного. Водка, пиво, жестяные, стеклянные, пластиковые, от крепости старой. Вишневую наливку нашли, пачки сигарет разные, зажигалки понаходили. Что, стаканчики из-под мороженого, из-под кофе маленьких. Там, ну, такого много всякого разного. На самом деле, хотелось бы, чтобы горожане, наверное, больше следили за собой, за своим порядком, а то ведут себя как не очень культурно, так сказать. Надо действительно следить за своей средой обитания. Поэтому мы пришли, чтобы призвать всех старшеклассников, даже людей поменьше, повзрослее, чтобы они приходили и убирали наше вот самое, одно из самых красивых мест – это наша набережная. За короткое время набережная опять чистая. Главное, чтобы горожане ценили проделанную работу. Привить любовь к родному краю, научить заботе о месте, где ты живешь – вот главная задача подобных мероприятий. Школьники в один голос говорят, что обязательно придут сюда в следующем году. Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.